сейчас будет задача, как ни странно, более простая. Представьте себе таблицу нечетного размера. Ну, например, таблицу, давайте, 9 на 9. В ней надо будет написать все двузначные числа. Их как раз 81 штука, тех, что без нуля. Надо, повторяю, написать в эту таблицу все двузначные числа, чтобы выполнено было такое забавное условие, чтобы все последние цифры в любой строке по одному разу появились, чтобы все в любом столбце последние цифры по одному разу получились, и, соответственно, чтобы ровно то же самое было бы по первым цифрам. Итак, 11, 12, 19, да, 21, 22. Все без нулей требуется расставить. Дело в том, что числа писать намного привычнее, поэтому я уверен, что у вас сейчас все быстро получится. В 1901 году французский математик Тарди решил задачу вот эту вот для доски размером 6 на 6. Выяснилось, что такая таблица невозможна. А в 1959 году придумали правила для всех чисел, начиная с десятки, то есть для чисел 10, 14, 18, 22 и так далее. Так что вот оказывается замечательный опыт. Мы сейчас для нечетных вообще придумаем общую конструкцию. А оказывается, что для 6 на 6 такого не бывает. Вот такое удивительное исключительное число. Но это Эйлер сам не сумел доказать. Из этого следует, что это очень тяжело. Эйлер был очень сильным математиком. Понятно, что бывают десятки, двадцатки, тридцатки, да? Отлично. А дальше замечательная идея. Я возьму... Это как таблица умножения. Нет. Это не таблица умножения. Это, господа, вот что такое. Я здесь прохожу этими самыми единичками, да? А рядом пройду двойками. Правда, проблема. Вот дошли двойки... А здесь начну вот так. А дальше пройду чем? Тройками. Тройками, да. А дальше четверками. А дальше четверками. А дальше пятерками. И вот честное слово, видно, что это совершенно понятное... система, да? Что никаких проблем с этим нет. Восьмерками у меня будет вот так вот, такая длинная диагональ, да? Девятками еще более длинная. Вот. Абсолютно понятная картина. Значит, смотрите, как здесь все устроено. Единички – самая длинная диагональ, дальше двойки, дальше тройки, да, четверки и так далее. А вот дальше гениальная идея. Мы не обязаны сдвигать обязательно вправо. Мы точно так же можем сдвигать куда? Вот так. Значит, смотрите, что я пишу. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. И вот я сейчас не напишу здесь 11, а я вот так вот напишу. То есть я вот эту двойку перенесу сюда, а тройку сюда, а четверку сюда. То есть опять пойду диагоналями, только в другую сторону. Я не знаю, это понятно? Да. Здесь вот пошли 666.
Что? Вы снизу не делаете. Нет, это потом. Интереснее вот что. Я здесь иду семерками. Ребят, пожалуйста, меня проверяйте, потому что если я чуть-чуть даже собьюсь, потом придется все стирать, заново писать. Восьмерками. Здесь идет 6. Отлично. Отлично. Ну вот, собственно, для любого нечетного числа ситуация равнёхонько такая. Давайте теперь поймем, собственно, почему для четного числа нельзя было сделать так. Ведь, казалось бы, хорошая идея, значит, так идем. Давайте возьмем какое-нибудь не очень большое четное число. 4. Шестерку возьмем. Я вам сказал, что для 6 нельзя. А, собственно говоря, почему? Вдруг тем же самым способом у нас все для 6 получится, и выяснится, что вообще у вас не правы, и вообще все легко. Поехали. Значит, итак, опять пишу. 11, 22, 33, 44, 55, 66. Это понятно. Пишу вот так вот единицы. Это тоже абсолютно понятно, да? Пишу дальше здесь двойки. Заметьте, пока все хорошо. Пока все абсолютно хорошо. Здесь четверки. Здесь пятерка. Да, пока все хорошо. Здесь шестерка. Вот. Так, все. Теперь начинаем вот такой сдвиг. Помните, да? Да. 62. Смотрите. Вот она, неприятность. Увидели? Нет. Как это нет? Вот она. Вот она. Оказывается, ну и... Вот 55 это 5. Да, да, да. И это не только для четных чисел, ребята. Это 35, вообще-то, если бы произошла одна ошибка, то решение уже неверное. Я допишу до конца, чтобы вы увидели, что тут проблем будет много, но вообще-то это уже не важно. Потому что если нашли одну проблему, то все. То значит таблица уже не верна. Вот. Вот, господа, не получается. Когда нечетное число, здесь видно, что все замечательно получается, да? Когда четное, не получается. Вот. Повторяю, вообще доказано, что такой таблицы вообще нет. То есть не только таким способом, как я нарисовал, но и вообще в природе нет.